Ну что, друзья, отправляемся на охоту за Налимом. Вот на такой мотособаке. Вот такой у меня мотопоезд. Здесь палатка. Пол, еще один пол. Здесь самоловки, какая-то еда, свет, стол, лопата. Здесь. Короче, я уже забыл даже, что здесь. Ну что ж, друзья, мотособака идет прикольно. На улице классно, но правда морозно. Я вот немножко выгляжу толстоватый. Ну, я и так, может, немножко толстоватый, блин. Вот. Потому что у меня это такая вот новая куртка. В общем, едем. Все мерзнет. Все мерзнет, но это прикольно. Мотособака, вот, кстати, друзья, что по мотособаке хочу сказать. Сейчас где-то минус, ну, я думаю, к тридцатнику, около того. Фух. Вот, мотособака, если у вас развито, ну, много снегоходов в том месте, где вы живете или куда выезжаете, то есть по борцовкам, если ездить, то мотособака как нельзя лучше, вот реально, очень офигенная вещь. Вот я еду сейчас и кайфую, вообще, пофиг, ну, увидите, погнали. Друзья, сейчас опасно, горка. Я просто не знаю, как мотособака себя с горки ведет. Нету этого, как он называется, тормоза. Поэтому сейчас я камеру уберу. Не, не уберу. Давайте посмотрим. Это просто, друзья, незнание техники, незнание ее возможностей. Я просто не знаю, как себя она поведет. Ну все, пик прошли, нормально. Вот так и познается техника. Теперь я знаю. Фух, друзья. Короче. Снега вот ниже колена, там потом лед такой скользкий. Что делаем сейчас? Разгружаем сани, я сажусь, и там я еще двое саней оставил. Все, друзья, приехали в точку. Сейчас здесь на мотособаке накатаю. Не хочу чистить под палатку, чтобы не оказаться во льду, потому что у меня будет две лунки. Вот. Сейчас здесь накатаю и привезу уже вещи. Там оставил. Вот красота, друзья. Очень красивое место. И зимой, и летом. Вот. Мотособака, конечно, отработала сегодня 100 баллов. Вот. Вот, я вот такой вот. Дедушка Мороз, блин. Ну холодно, вон глаза узкие, короче, все, вон, вот смотрите. О. Так, я тут начал, короче, вот так вот ездить, думаю, под палатку сделаю. А потом-то подумал, что мне место найти с ямой надо. Я же на Лиме тропы-то здесь не знаю. Вот. Тут просто люди ставят жерлицы. Фу, добирался тяжело, думал, будет проще, конечно, но... Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. Так, что так. Сейчас, значит, цепляю сани, беру бур. А, не, просто беру, беру бур и иду пешком, проверяя. Где будет глубина, там 4. Да вообще глубины, если честно, не важно, кто-то говорит. Ну, мне многие говорят, вернее. Вот. Вот такая вот шмурдяк. Вот тут вот лес сразу, еловый. Елово-сосновый, блин. Вон, я вижу уже валежинку на ночь. Ладно. Итак, друзья, ну что ж, раскопал под палатку. Сейчас будем применять. Увидите, какая у меня палатка. Все покажу, все расскажу. Вот. Что знаю, что не знаю. Друзья, скажу сразу, опыта в установке палатки у меня никакого.
Сейчас у меня есть тент. Я тент сначала. Палатка называется Мир 2008 от фирмы Мир Кемпинг. Вот такой пол. Вот. И вот такая палатка. Еще раз говорю, я ее, она когда мне пришла, я ее даже не смотрел. Вот. Начинается ветерок. Посмотрим, как. Посмотрим, как это вообще, что это такое, палатка. Взял я палатку Мир Кемпинг, вот этот вот Мир 2018 на Авито покупал. Продавца укажу в описании. Все хорошо доставил, хорошо общался, все отлично. Открываем палаточку. Это распаковка, так сказать. Так, сразу видим вот такие завязочки уже интересные. А то были завязочки, я смотрел, не очень у людей. Так, она одна, да, завязочка? Ой, блин, как интересно. Я вообще люблю такие новшества. Новшества очень люблю. Так, разделка под печь у нас, две штуки. О, москитные сетки на окна, представляете? Вот я даже не знал, ну, я смотрел, кстати, и почему-то думал, почему нету москитных сеток на окна. Так, ну что ж, достаем. Ой, друзья, ну это такой вообще кайф какой-то. Так. Ой, зелененькая. Я думал, она зеленая и белая, она зеленая и серая. Вообще шик. Ты как этот, как будто покупал не знаю что. Так, ну что. Под крышей дома. Крыша. Ой, блин, уже чувствую какой-то кайф. Друзья, сноровки нет. Ну, не первый раз, что я это делаю. Вот это круто. Так, выход сюда, правильно? Ой, как классно-то, ё-моё. Друзья, мне очень нравится. Вкусняшка такая. О, класс. Класс, 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 класс. Вообще шик, смотрите. Ну, обычная палатка, вы скажете. Вот, видите? Вот уже ветром, уже пойдет ветер. Так. Сейчас мы... Сейчас откидаем. Стоит как нам надо, по лункам, по все, все нормально. Обязательно растянем на колышках. Неизвестно, какой у нас будет мороз. Ой, какой ветер. И его я всем вам советую, а то многие люди ставят, думают, не надо это, видите, что случилось. Ее немножко сюда ветром, да? Да. Так, теперь должны где-то в комплекте быть стяжки. Да, вот они.
Все на таких резиночках, веревочках. Друзья, 4 вертыша с такими заглушечками. Ой, руки обжигает мороз. 4 вертыша. Друзья, ну что ж, вот она, красавица. Я вам скажу, что в палатке, ну, тут ветерочек небольшой на заливе, и в палатке не так уж холодно из-за того, что отсутствует ветер. Вот такая вот палатка, смотрите, вот так пол он цепляется теплый, но я не буду его зацеплять, потому что пока что не понял как. Вот, откроем окна попозже. Сейчас нам задача здесь все установить печь ближе к выходу устанавливается. Вот, ну и собственно говоря, затопить, чтобы все вещи, все, рыба, живец, чтобы все оттаяло. Ну как, подтаяло. Вот, такие дела. Ну пока что интересно, но для меня новые ощущения такие. Вот, такое пространство такое, конечно. Ладно, заношу все потихоньку. Давай. Оборудование не выдерживает мороза, одна камера вообще сдохла, вообще даже не работает. Короче, вот так вот. Первое, что я не рассчитал в палатке, это длина моей раскладушки. Вот, она длиннее чуть-чуть. И получается, я ее наскосок пока поставил, посмотрим. Она бы влезла, если бы углы, видите, здесь, получается, как-то вот выпирают сюда. Но это конструкция, оно так и есть. Принес печку, сейчас буду устанавливать печку, ну и, собственно говоря, пробовать, что да как у нас тут получится с печкой. Вот. Кстати, палатки... Не холодно. Прикольно. Я думаю, что с печкой мы сегодня здесь протянем. Так, печка у меня от фирмы Берег. Небольшая, экономка малая. Ой, рабочая такая, работяга. Так, надо сразу какие-то коврики. Коврик здесь есть. Идет в комплекте с полом коврик. Не горючий. У меня есть еще коврик, поэтому такая вот печура, видавшая виды, очень небольшая, ножки к ней, ну и вот этот пол, который был в комплекте. Вот, он большой такой, я не знаю, нужен ли он здесь такой большой, но мы его за печку повесим. Вот, мы его за печку вот так буду показывать вам. За печку мы его вот так вот повесим. Он такой страшный, конечно, но он рабочий, что сделаешь. Печка у нас будет топиться боком, наверное, в ту сторону. Так. Ага. Ну как-то так. Так, ну что, теперь труба. Кстати, сейчас мы, наверное, переделаем печку. Так, друзья, ну что ж, труба в разделку входит. Очень классно, что у них вот такая разделка, потому что труба у меня маленькая. Пусть на бок будет, ничего страшного. Вот так. Труба немножко может играть. Так, ну мы еще наверх поставим.
Ну все, друзья, Хавьера готова. Так, сейчас надо принести сюда первым делом. В общем, ну затопить надо. Заселяемся. Пока что приносим, что такое ценное, чтобы это не потерять. Так, ну что? Так, друзья, закрылся. Что характерно, что я уже начинаю видеть, начинаю чувствовать, начинаю понимать насчет палатки. В палатке даже сейчас руки не мерзнут. Выходишь на улицу, я не знаю там какой мороз, но посмотрите на меня. Вот. Ой, ужас какой. Вот, и короче, сейчас растапливаем. Я не знаю, что там я взял, растапливать, что я не взял. Думаю, горелку не взял. Взял. Так, сейчас мы уложим наши. Все, брикетики готовы. Так, пока. Посмотрим, будет? Что, нет? Машину поставить. Ага. Вот так вот горелочкой развожу. Я уже сейчас нет времени выпендриваться, что типа мне... Я типа так не делаю там. Сегодня я так делаю. Вот. Так, ну и все тут всякого тут у меня. Вечером будем все это выдумывать. Так, так, так. Фу! В общем, друзья, вот так вот. Чуть-чуть очухаемся. Так, квадрокоптер. Взяла сегодня камеру подводную. Короче, время. Время, час дня. Так, что там у нас получается, чего не получается. Друзья, взял вот такой термометр в палатку. Пока печка разжигается, сейчас мы немножко его, это, не должен же он сесть на морозе. Вот в палатку. Посмотрим. Что он работает? Нет, где-то здесь. А, батарейка здесь маленькая вот такая. Опа. Опа, включился. Не знаю, на Валберес заказал какой-то дешевый, конечно же. Так, чего он тут нам показывает? Почему? Очищаем. Почему-то вот так вот показывает. Наверное, из-за того, что большая температура, не может сообразить. Ага, внутри показывает. А снова у меня уже усы начали отмораживаться, друзья. Это уже значит какой-то результат. Так, падает температура, показывает 7,7. Я, знаете, насмотрелся этих видео, и мне хочется посмотреть, как же люди, вот, ну, как, то есть не посмотреть, а хочется увидеть, как люди эти, да? Минус 1,9 показывает. Так, куда мы ее? Мы, наверное, ее вот так... Так, друзья, ну что, показывает минус 8, типа, в палатке, и минус 9... Ой, минус... А, ну да, ну, короче, минус 9 в палатке, ну, это классно. Так, сейчас мы его зафиксируем. Вот, зафиксировать надо резиночку какую-то, да?
пока что мы, наверное, вот так вот его зафиксируем. А эту штуку мы сейчас на улицу и закроем. Если четко показывает, узнаем, сколько на улице. Я их проверял, сравнивал, правильно показывает. Когда купил, в городе был, там был мороз 28. Вот так вот. О, уже минус 12 на улице, кажет. Здесь минус 7. Так, чего там у нас? Так, ну все. Пошла гореть. Пусть брикеты разгораются. Брикетам я не очень доверяю, не очень их люблю. Так. Теперь надо как-то организовать пространство. Я же, знаете, стол такой большой взял еще сюда. Ну вот сюда маленький столик бы как раз. И все. Для одного супер. Ну, единственное, с раскладушкой я лоханулся. А знаете, почему лоханулся? Я бы мог ее, если бы лунок там не было, я бы мог ее немножко отодвинуть и все. Вот. Минус 18 уже на улице. В общем, смотрите, брикетов у меня мало. Сейчас будет штука такая, что и ее сюда принесу и приготовлю. Все, это мы делаем и начинаем рыбачить. Лунки здесь я потом очищу и начинаем расставлять жерлицы. Живцы вон пока тоже оттают. Друзья, насчет того, чтобы спать здесь. Не знаю, печь будет ли... Ну, мне кажется, ее всегда надо кочегарить. Печка маловато для палатки, для такой. Хотя посмотрим. Пока что все нормально. Может, у меня усы хоть оттают. Давайте выводы такие промежуточные я скажу насчет того, что рыбачить в таких условиях. Телефон включился. Я скажу, что это очень хлопотно. Очень много вещей надо везти, там трое саней. Короче, хлопотная тема. Вот. Почему хлопотная, я что-то понять не могу. Я же раньше в палатке был, она по размерам примерно такая же, как это. Ну, в смысле, я имею в виду, в сложном состоянии. Растет температура, падает, вернее, потихоньку. Ну где-то 18,7 показывает. Сейчас печка начнет работать и будет все классно. А здесь минус 18,5. Я думаю, что надо, наверное, куда-то выше подвешивать. Палатка трехслойная, но она так хитро сделана, такая термоклепка какая-то, или как она называется, вроде как будто смотришь и на улицу дырочки такие, вот. А по факту это как-то какая-то мембрана или что это, я не знаю точно, я же не эксперт, друзья. Но факт в том, что борода-то у меня оттаивает. Так, друзья, ну что ж, открыл окошки, и вот такой вид с окошек. Так, все, пойдем колоть дрова, наколем дров, приготовим и уже будем отправляться на постановку жерличек. Пол начал таять. Я почему вам так все показываю? Потому что вот, смотрите, друзья. Вот, вот так вот все. Так вот все организовано.
А, кстати, вид вам не показал отсюда, с этой. О. Печка около двери, думал, будет неудобно. Я считаю, что нормально. Так, все. Проверить, насколько хорошо в палатке там мембрана работает и так далее. Можно просто до нее дотронуться. Если она будет горячая, значит пропускает. Но она такая еле-еле пока. Так, что ж, опять будем колоть. Надо такую чурочку выбрать. Я не знаю, березина она лежала под снегом, но посмотрим, в общем. Ну, колется вроде как сухая. Я с березой вообще никак. Никогда мы ее не покупали, не заготавливали, никогда насчет как, ну, типа что это дрова. Альта еще есть, ну не знаю, какого она качества, как она будет гореть, как себя покажет. Обычно я говорю всегда сосной. Сделаем две кучки, альшиную. Альшина, по-моему, валялась, не знаю. Ну, в общем, друзья, мне не выбирать же, сами понимаете. Зачем валить? Ну, деревья же валить нельзя у нас. Можно брать валежник. Она вся какая-то с разводами такая. Ну, в общем, посмотрим. Ну, вроде как колется, как не сырая. Не знаю. Друзья, несложно, напишите в комментариях, как вам виды, как вам вот такая вот красота, как вам все это. Позже вот эти сани поставлю вот вместо этой штуки, я на растяжку поставил на всякий случай, вот. Кстати, подожди, там так странно, здесь вот так, а там вот так. Ну, в принципе, ничего менять не будем, у меня там уже все настроено. Переживаю, что на палатку сверху будет падать с печки вот эти вот огарки. Но видите, у нас сегодня дрова вот такие. Это рука болит, а эта собака нарубился, блин. Слушайте, но березка колется хорошо. Я просто, видите, не очень березе понимаю. Не знаю. Есть регионы, где только березы, допустим, топят. А у нас, ну, нет, кто-то тоже березой топит, но это ж... Короче, береза в заготовке — это сложная такая тема, я считаю. Надо ее сушить, там, плохо колется, но горит хорошо, и КПД у нее получше. Надо еще, друзья, проверить. Положить березу в печку и посмотреть, как она горит. Если горит хорошо, то все. Сами понимаете, надо организовать себе. Надо организовать себе на сегодня безопасную, чтобы... Чтобы безопасная ночь. Опа, все. Так, ну что ж, попробуем
нашу березку закинуть в палатку. Че, борода опять отмерзла? Не, нормально. Так, посмотрим у нас на палатке. О, плюс 25. Плюс 25, друзья. Все-таки можно нагнать, и это хорошо. Так, сейчас мы немножко, конечно, это все выветрим. Понимаете, я знаю, березу типа можно добавлять в печке, да? Ну и сейчас мы... Вот так сделаем, чтобы не грязнилось здесь. Вот. Березу можно добавлять к печке, ну как, к дровам. И типа нормально, но посмотрим, как она самостоятельно будет гореть. Кору сразу на растопку. Вдруг придется, вдруг я просплю и придется экстремально. Так. Так, вот так прикроем на одну, а то тут действительно 25 слишком много. Так, вот это мне не нравится, оно мне мешает.